все, вижу, 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 да. Альфа на квадроцикле. О, тревога. Ух ты ж. Тент на этом. Может, у него денежки нет? Ну вот у нас третья вальфи конца чиха. Какая-то левая. Крутой, но встань ты в колонну. Блин, здесь мешается один вообще жестко. Ну да. Нормально. Внимание! Воздушное судно! Так, он по мне пальнул. А левый там сзади плетется. Чика, чика. Ну, вы сможете, не чай. Я знаю. Да, он, кстати, меня два выстрела сделал, я его убил. Чика там. Чика вроде, да, и все там вроде. Приближается чужое воздушное судно. Внимание! Воздушное судно! Либер вообще в шоке.
Ну давайте попробуем. И ладно там авангарды, знаешь, там еще какие-нибудь тачки, а то тупо молнии. Вот стоит просто и охреневает, из стороны в сторону башни будет. Вообще-то я записываю. Ништяк. Так, груз. Ей-ей-ей, не бортуйтесь. Воу-воу-воу! У-ху! Ебать, там залпы. Там такие залпы сзади, отвечаю. Взрывайте. Чё, это? Задолбал, реально. Кого? Чика! Чико! Молодцы. Он меня на мосту хотел пристрелить, когда я на громко телепортировался. А я ей удар принял. На, раскидали. Тихо-тихо, не толкаемся, не толкаемся, ребят. Зенитка назад, зенитка назад. Дамаж свой щит, дамаж, дамаж. Не спи, этот щит простреливается. Этот щит не держит урон на Исамире. Стой, зенитка, зенитка из Альфа, псих 2-0 назад. Зачем? Ну ты зенитка, ты не сможешь в танк. Ты не сможешь в танк вывести. Пехота. Прям ништяк. Бомж, проедь чуть вперед. Крутой, крутой в колонну. Крутой в колонну, стань. Мы тут прямо работаем, Кейн. Ребята, я пахну, простите. Как-то у вас стоит. Ништяк. О чем запрет? Меня показывают, что сейчас. Что сейчас фактически работы идут. Не знаю. Мы на молнии гоняем. Чисто отряд молнии. Два отряда Альфа и Браво. Да иди ты, ебать, мы вот уже страх внушаем. Ты чё, тут на нас уже все боятся. Говорят там, о, 13 танков уедет. Не, нету. Генератор защитного поля серьезно по турели не стреляем.
поехали. Зенит, сзади держись. Окей, смотри, мы едем на дистанцию. Можешь не выжить. Ой, да ладно, я поснимаю со стороны. Ты нас кинооператор, да? Скинешь мне? А он на эту, на YouTube залил, как всегда. А, ну залей на YouTube, как всегда. Только скажи название как. Он в группу кинешь, в этом, на поле нашу. А, окей. А у нас ВКонтакте группа? Нет, на форуме Еры. Прям в танке. А. Так, значит, кого? Альфа. Хоть бы вам противника достойного выгнали. Мы тут, короче, пока катались. Тоже два взвода молний. Ну хоть что-нибудь. Хоть не знаю, не, взвод самолетов. Мы это самое, нормально так повоевали. В смысле, два ската сняли там. Пока катались там вообще где-то там. Мы уже приехали вот под врата к этим кланушкам, оттуда поехали на таранов. Крутой, что ты делаешь? Крутой, крутой. Он прям вообще прям аж за нос меня прям в бассейну долбил. Ты ему мешаешь Раши. У него тебя краш тактика активизировалась. В голове. Это что случилось такое? Все нормально, все нормально. Да упал, я вижу. Да на транс упал. Знаешь, можно такой вставить звук такой. Та-дам, 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 та-дам. Та-да-дам. 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 Та-дам. Это такие офигенные вокальные способности. Прикинь, если какой-нибудь снайпер сидит и охеревает от такого количества молний. Пушка. Где? Коса в небе над вами. Где? А, вот, все, все вижу. Откройся мне. Сюда лети. Это в курсе, это типа это. Съемка сверху, дорожные войны. Его сняли уже. Давай тогда уж до ворот доедем. Турели долбят. Воу-воу-воу. Я завис. Сейчас, погоди. Ты думаешь отвезти? Не отвисал. Альфа, рубака, рубака головной, двигайтесь на кротан. Окей. Стой. Пометку сделаю себе.
Куда двигаемся? К ротам, набережу. Идем. С пафосом проедете, сможете... А, окей. На южные врата, на южные врата, да? Да, да. Свои врата, да. На вражеские цифры. Окей, хорошо. Можете заглянуть там кому-нибудь. Ладно, я перезаружаю. Да, ну, мне кажется, никого... Джереми, а что мне лучше взять, ББшку на авангард или прокачать этот каратель с бульдогом? Потому что мне как-то меня вообще без разницы какой. Коса. Я сейчас вижу. Альфа, браво, 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 подъезжайте к нам. Слышишь, да? Бендер, ты часто играешь, чем я? Ну так себе пойдет, как за раз в день скажу. Просто понимаешь, у нас такая тема, как всегда, не хватает зенитов у нас. Поэтому если бы ты качал себе зенитку, я бы тебе очень благодарен был. Браво, вы чё, падаете? Ну да, мы с Месси хотим сейчас этим, на машинах отойти. Да, на машинах, я сказал, с пафосом доедем. Да, да, помоги. Блин, опять ты мыришь, да это же вообще пипец. Опять? Да скатаемся. Сейчас к воротам подъедем, и я спать. Да что? Ну хорошо. Ой-ой, стоп, машина. Кто спать? Разворот. Там ворота, ёбаный рот. Да, не забывай, что они бы так локация сюда. Псих? Понял. На нас Арон смотрит. Ну, на шоколадный, наконец, браво. Ты с Арон, короче, да? Короче, я заблудился, я сам по себе. Блядь, это ж ему команда не подошла. Да, да. Может, просто перейдем? Я лично заблудился уже. Хотя, может, покататься. За мной три танка едут. А, ну все, я чекаю, ты же мадай. Джереми, так что мне брать? Каратель или противо? Я ж тебе сказал, желательно молнию зенитку, чтобы зенитка в первую очередь, потом уже качай. Или хочешь, скачай зенитку и легкий танк. Разведка нам тоже нужна. Так, а из-за чего может выкидывать из игры? Виснуть игра может. А, интернет тупит. Нет. Потом компьютер слабоват. У меня вылетело, когда я попытался. У меня с компьютером в порядке. Да, беру видеокарты, обнови последние, поставь, может лучше будет. Там, короче, понял, старый драйвер, хреново работает. Меня вылетело, когда я попытался записывать внутриигровым этим. Ты будешь с нами воевать в отряде со Слином на лёд? Ну, я не знаю, Костян хер знает где. Можно поездить, чему нет. Вам бы зенитки не помешали лишние. Даже построились. Зенитки лишними не бывают. Джереми, я зенит
А как это вот на время брать? В смысле? А хочешь задонатить? Ты хочешь? И что значит на время? Что? Задон давай, покупается пожалуйста. На время. Я сейчас задон на себя давай. Взял. Погодите, сейчас я с пафосом доеду, тут чуть-чуть осталось. Один остался. Я один остался из Альфы.